Глава 44. Серах. Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода. Много славного Господь являл через них, величие свое от века. Это были господствующие в царствах своих и мужи, именитые силою. Они давали разумные советы, возвещали в пророчествах. Они были руководителями народа при совещаниях и в книжном обучении. Мудрые слова были в учении их. Они изобрели музыкальные строи и гимны предали Писанию. Люди богатые, одаренные силой, они мирно обитали в жилищах своих. Все они были уважаемы между племенами своими, и в одни свои были славою. Есть между ними такие, которые оставили по себе имя для возвещения хвалы их, и есть такие, о которых не осталось памяти, которые исчезли, как будто не существовали, и сделались как бы небывшими, и дети их после них но те были мужи милости, которых праведные дела не забываются. В семени их пребывает доброе наследство, потомки их в заветах. Семя их будет твердо, и дети их ради них. Семя их прибудет до века, и слава их не истребится. Тела их погребены в мире, и имена их живут в роды. Народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу. Енох угодил Господу и был взят на небо. Образ покаяния для всех родов. Но и оказался совершенным, праведным. Во время гнева он был умилостивлением. Посему сделался остатком на земле, когда был потоп. С ним заключен был вечный завет, что никакая плоть не истребится более потопом. Авраам, великий отец множества народов, и не было подобного ему в славе. Он сохранил закон Всевышнего и был в завете с ним. И на своей плоти утвердил завет, и в испытании оказался верным. Поэтому Господь склятвою обещал ему, что в семени его благословятся все народы, обещал умножить его, как прах земли, и возвысить семя его, как звезды, и дать им наследство от моря до моря и от реки до края земли». И Исааку ради Авраама, отца его, он также подтвердил благословение всех людей и завет. И оно же почило на голове Иакова. Он ущедрил ее своими благословениями и дал ему в наследие землю, и отделил участки ее, и разделил между двенадцатью коленами, и произвел от него мужа милости, который приобрел любовь в глазах всякой плоти.